Бруно Фратис. Должен очень быстро начинать. 100 метровку может не дотянуть. Володя Морозов здесь самый быстрый, самый успешный. Тан Ли Хас только что отработал 400. И Петер Тиммерс с работой на вторую часть дистанции. Что-то долго Володя под водой был. Да, он выиграл этот элемент, но на него это не очень похоже. Бруно Фратис, как и положено, хорошему спринтеру начинает очень быстро. И посмотрите, бельгиец-то уже возглавляет заплыв. Это к его теперь и не догнать. Володя еще дышит в другую сторону. Не видит ничего. Хорошая подводная часть. Мы видели, что заходил Володя на поворот слабее Бруно Фратиса, а вышел из-под воды уже лучше. Но посмотрите, Петра Тиммерса опять догнать мы не можем. Ох, бельгийцы опять натворит чудес на предстоящем чемпионате мира. 48-36. Полторы секунды к рекорду мира. И опять-таки, если он скажет, что он под нагрузкой, ну это уже наглость и хамство. Петр Тиммерс у нас самый возрастной в этом заплыве. Он 88-го года рождения.